Приветствую вас, друзья мои. В предыдущем видео я обещал, что собираюсь улучшить вот эту вот картину, то есть доработать. Картина написана маслом. Теперь я его буду дорабатывать масляной пастелью от компании Sanilair. Масляная пастель и масло, масляные краски, они очень хорошо взаимодействуют. И хорошая адгезия получается, поэтому я предварительно немного обработал его растворителем. Теперь поверх буду наносить масляную пастель. А вы наблюдаете, и думаю, это будет пойдет на пользу некоторым художникам, которые заинтересованы в этом. А я продолжаю. Я буду использовать кисточки маленького размера поролоновые такие вот тампончики специально сделанные. И вот эти вот палочки для смешивания. Они у меня тут разного размера находятся. Я их сегодня буду впервые использовать. Я их до сих пор не использовал. Я их недавно приобрел. И теперь буду ими тоже пользоваться. Я вот приготовлю несколько штук вперед. И посмотрим, что лучше даст эффекта. Мои обыкновенные кисточки. Или эти, значит, поролоновые тампончики или вот такие вот сделанные из бумаги такие палочки для штриховки, для смешивания и для тонирования, как говорится. Начинаю, конечно, работать кисточкой. Вот тут у меня есть растворитель, я немного обмакиваю растворитель и даже не вынимая пастель, прямо отсюда я его буду, значит, брать кисточкой. Потому что растворителем пастель тоже хорошо растворяется. И вот им я буду пробовать вот такие вот, значит, поверхности немного улучшать. Наводить контраст в облаках. А то они у меня сливаются с небом. Считай. Все сливаются. Я их вот так вот постепенно обрабатываю. И посмотрим, что из этого выйдет. Картина у меня «Утренний рассвет в горах». Эту картину я писал, находясь на балконе кабины. Горные кабины. Кабины называются дома, построенные для проживания на высоте в горах. И вот мы там жили, и мне посчастливилось там написать эту картину. Вот здесь вот бродили рыси. А внизу, вот здесь внизу, медведи черные. Они даже забрели к нам во двор, когда мы ночью готовили на улице плов. И мы засняли на видео. Нашего гостя. Вот таким образом я буду улучшать картину свою. Свет и тени буду улучшать.
Ну что ж, думаю, я привел какой-то надлежащий вид. А теперь по качеству моей картины судить вам, друзья мои. Пишите в комментариях, какие ваши мнения, какая у вас оценка. Я буду только рад. Я приветствую любую критику, так что пишите, критикуйте, находите недостатки или хвалите. Я буду в любом случае доволен. До свидания, друзья мои. На этом пока все. С вами был Садригин. Вот в таком состоянии был мой этюд в прежнем виде. И вот после доработки теперь он выглядит таким образом. Я его, как видели, доработал масляной пастелью и считаю, что провел надлежащий вид.